Вчера беженец, завтра тренер. Осама Абдул Махсен, мигрант из Сирии, которому венгерская журналистка подставила подножку, как вы помните, будет жить и трудиться в Испании. Как выяснилось, в спортивных кругах на родине он был довольно известным человеком, и теперь по приглашению испанских коллег сириец продолжит работать тренером в Мадриде. Еще недавно Осама Абдул Мохсен был одним из тысячи беженцев, скрывающихся от полиции на границе Сербии и Венгрии. Более недели назад именно ему с 7-летним сыном на руках подставила подножку венгерская журналистка, работавшая на ультраправом канале. Теперь же Осаму встречают как долгожданного гостя. На мадридском вокзале, несмотря на поздний час, его прибытия ждали десятки людей. В испанскую столицу сириец прибыл по приглашению местной школы футбольных тренеров. Ее президент прочитал историю сирийца в газете. И узнав, что тот его коллега, решил помочь. Мы оба воспитываем футболистов, и я обязан был проявить с ним солидарность. Ведь я не только управленец, но и сам тренер. Его сын хочет быть футболистом, и мы его поддержим. Мы окажем этой семье финансовую помощь. В Сирии Осама Мохсен тренировал команду первого дивизиона и был довольно известным человеком. Но потом началась гражданская война. Его родной город превратился в поле боя правительственных сил Стегил и стало не до футбола. Тренер бежал с семьей в Турцию, а спустя полтора года решил добраться до Германии, где его ждал старший сын. Я люблю Мадрид, я люблю Испанию. Спасибо вам за все. Это очень-очень важно для моей жизни. Я здесь с вами. Огромное спасибо. Испанского сирийский беженец не знает, но обещает выучить. В Мадриде для нового тренера уже сняли квартиру. Ее владелец тоже решил помочь семье беженцев и сделал хорошую скидку. Теперь Осама Мохсен ждет жену и дочь. Они до сих пор в Турции. Асем Хасенкызы, Ернат Кашкынов, 24 KZ.